В одном из самых любимых и часто посещаемых храмов Казанской епархии состоялось архиерейское богослужение. Церковь во имя святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, ярославских чудотворцев, была построена еще в конце XVIII века, а в годы советской власти она не только не закрывалась, но даже была кафедральным собором епархии в течение 8 лет. Божественную литургию в храме возглавил митрополит Казанский и татарстанский Феофан. Храм ярославских чудотворцев расположен на Арском кладбище, одном из центральных некрополей Казани. В Доме Божьем ежедневно совершаются богослужения, и в этот день радость совместной молитвы прихожане разделили с главой епархии, владыкой Феофаном. Обращаясь к молящимся, владыка подчеркнул важность того, чтобы православная вера была прежде всего основана на доверии. Мы лучше больше тут что-то найдем. Вера действенная не может быть без доверия. Мы должны доверять Богу, надеяться, что все возможно, даже невозможное –